16,5 тысяч бюджетных мест выделено в этом году вузам Татарстана. Такую цифру сегодня в Доме правительства озвучил Рафис Бурганов. Больше всего бесплатных мест выделено на педагогические науки, химические технологии, теплоэнергетику. Специальная комиссия будет разбираться со случаем, когда знак «Халяль» был использован на свинине. Об этом сегодня в Казани на пресс-конференции сказал руководитель сертификационного центра Сергей Гогин. По его словам, ситуация будет проясняться вплоть до персоналей. Швейцария стала ближе к Татарстану. Спортивный корреспондент издания «Дербанта Медиа» сегодня посетил нашу телекомпанию. У Морица Мартеллера татарские корни, и он приехал в Казань для изучения местной культуры и жизни.